Всем здравствуйте! Юрий Шулипа в эфире канала «Бабушкин завет». Юра, здравствуй! Добрый вечер, Света, и отдельно мое пламенное традиционное приветствие всем зрителям и слушателям твоего замечательного канала. Ну что, уважаемые зрители, Юру можно поздравить. Вышла глобальная его работа, над которой он работал 9 месяцев и, наконец-то, родил. Это книга под названием «Как Путин убивает за рубежом». Юр, и лицензии у тебя там крутые на эту книгу, да? Да, имеет место. Давай, рассказывай. Но на самом деле, не так, Свет, пока что уж радостно такое вышло. Нет, пока еще не вышло. Она подписана мною в печать, и сейчас просто на данный момент решается вопрос с издательством и дистрибьютированием. То есть, в каком именно издательстве, есть там несколько предложений, в каком именно издательстве эта книга выйдет, и потом уже какие организации будут ее распространять. Это очень важно для, для того, чтобы как можно больше людей узнали о в том, как Владимир Путин организовал целую систему убийств и похищения людей за рубежом. Значит, этот 500-страничный труд написан мною. Он состоит из 8 глав. Вот, сразу я говорю, он в такой логической последовательности написан от частного к общему. То есть сначала рассматривается в главе первой полномочия Путина по руководству внешней политикой, и уже потом раскрывается читателю, что на самом-то деле существует не просто там условно какие-то конкретные подразделения ФСБ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России занимается убийствами за рубежом. Но здесь фактически целая система, то есть и убийства, и похищение людей мною рассмотрены. Это было на самом деле достаточно сложно именно с точки зрения логики и систематизировать именно в парадигме российской внутренней внешней политики и Четвертой мировой гибридной войны, которую Владимир Путин ведет против всего цивилизованного мира. Значит, что важно, один из моих рецензентов отметил, сейчас решается вопрос о том, чтобы вписать в академическую науку международного публичного права такие дефиниции, как международный невооруженный конфликт, международный государственный терроризм и Четвертая мировая гибридная война. Вот я все-таки буду рад, у меня такие радостные эмоции, в том, что наконец-то вот эти три дефиниции, о которых я только что сказал, будут вписаны в академическую науку. Они получат свое академическое обоснование, и уже потом другие ученые, исследователи, эта работа войдет в ряд индексов научного цитирования, будут на нее ссылаться, и что, в общем-то, создаст предпосылки для того, чтобы и остальные потом политики, журналисты и прочие все простые смертные называли вещи своими именами. Я сейчас даже кратко пробегусь, скажу, опять-таки, международный невооруженный конфликт. А что это такое? А это как раз-таки есть состояние Четвертой мировой гибридной войны, как совокупности вооруженного конфликта в малой части и по большей части именно невооруженного конфликта невоенными методами. То есть это агентурно-подрывная деятельность, информационно-подрывная, разведывательно-подрывная и так далее. Но то, что Российская Федерация осуществляет против стран коллективного Запада. Международный государственный терроризм. А что это такое? Вот есть определение в Женевской конвенции «государственный терроризм», где идет речь о репрессиях, внесудебных расправах, убийствах, борьба с инакомыслием, с политической оппозицией и так далее. Все это в путинской России, безусловно, имеет место быть. Но когда Путин осуществляет это на временно оккупированных территориях, там, Крыма, Донбасса и еще там, где присутствует русский кирзач, но и переносит это на другие страны Европы, то есть осуществляет там несудебные убийства людей, то, конечно же, это все акты международного государственного терроризма. Почему? Потому что здесь источником террора, терроризма является именно государство. И эта дефиниция, она тоже очень важна в академическую науку, потому что сама вот эта дефиниция, именно государственный терроризм, она, к сожалению, не полна. И теперь я хотел бы перейти к книге. Значит, в первой главе там рассмотрены полномочия Путина по руководству внутренней и внешней политики,
дан анализ его полномочий вообще полностью, вот именно по управлению всеми органами, теми, которые, ну, скажем так, органы власти, которые являются организаторами убийств и с организаторами убийств. Органы организаторов убийств и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, отдельные подразделения Федеральной службы безопасности, потом с организаторами убийств, это службы внешней разведки, так называемое Россотрудничество, МИД России, и, что важно, кстати, Следственный комитет России тоже является вот как раз-таки с организаторами убийств. Значит, потом в этой же главе доказывается со ссылками на нормы российской законодательства, что за руководством всеми этими органами стоит лично Путин. Он управляет и процессуальной, оперативно-розыскной, оперативно-исполнительной, контрразведывательной и разведывательной деятельностью. Это тоже очень важно. Потом во второй главе описан механизм, причем исчерпывающий достаточно, приготовление к убийствам за рубежом, его мотивы принятия решений, как сами решения принимаются. Вот именно, так сказать, двухуровневость принятия решений, это тоже, это очень важно, потому что и на уровне Совбеза принимает решение, я уж так чуть-чуть раскрою, на уровне Совбеза Путин принимает решение, как убивать и похищать людей, и, соответственно, на уровне каких-то локальных встреч с генералами из СВР, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ. Вот. Потом о формировании списка на ликвидацию, потому что там тоже фактически существует три уровня формирования списков на ликвидацию людей. Значит, идет также речь о центрах планирования убийств за рубежом, вот, и в том числе даже о межведомственных центрах, потому что вот не все зрители и слушатели знают, что существует, например, на уровне тоже самого ФСБ, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, межведомственные центры, там, где военнослужащие ФСБ и Главное управление Генерального штаба России, они могут как спаренно убивать, работать именно, то есть спаренными группами, зная, что вот у них есть общее оперативное задание, то есть когда образуется межведомственная, негласная оперативно-боевая группа из сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ, и они также могут быть и не спаренны, то есть негласно, то есть не знают, что это одна группа, одну, скажем так, не знает, что работает другая группа, но знают оба, значит, руководители. Это руководитель первой службы контрразведки ФСБ, если мы идем речь об убийствах за рубежом, и, соответственно, значит, начальник генерального штаба вооруженных сил, то есть начальник этого самого Главного управления генерального штаба вооруженных сил. Вот, потом описывают еще как бы категории жертв Путина, начиная от личных жертв, плановые там жертвы, эти путинские активисты, региональные жертвы и внеплановые жертвы. То есть вообще, вот еще повторю, что сами эти категории жертв, они достаточно обширны. И вот как показывает практика убийства за рубежом, в списке на ликвидацию очень часто вообще попадают люди, которые вне политики полностью не причастны. Абсолютно. То есть вот их иногда кого-то для плана, а других просто для надуманных оснований вписывают. Вот. И глава третья книги, она посвящена полностью всем вот этим операциям тайным, секретным, которые на языке российских спецслужб именуются острые чекистские мероприятия. Вообще вот сами вот эти все преступления, это в российских спецслужбах считается, ну, одной из наивысших государственных тайн, чтобы вы просто понимали. Вот. И как раз-таки там идет речь о плане острых чекистских мероприятий. Что у них есть такое? Да, это план острых чекистских мероприятий по убийствам, похищению людей можно найти в делах оперативного учета. В книге тоже это все раскрывается. Потом, значит, отдельный раздел описываются механизмы похищения людей с территории иностранных государств, цели исполнители, вот, то есть приоритетные цели, менее приоритетные, системные исполнительные, разовые исполнительные средства для убийства. А потом отдельный еще следующий раздел посвящен боевым отравляющим веществам, рецин, талий, новичок. Потом разработки планов убийств и их осуществления с применением боевых отравляющих веществ. Вот. Потому что там, скажем так, если они убивают с помощью террористических актов, огнестрельного оружия и так далее, это одно. С помощью боевых отравляющих веществ это другое, значит, это другая служба и так далее. Просто чтобы зрители и слушатели понимали. Потом идет речь о разведывательном обеспечении острых чекистских мероприятий. Какая, значит, здесь разведка? Финансовом обеспечении острых чекистских мероприятий. Правовое обеспечение. Вот. Потом даже информационно-психологическое обеспечение острых чекистских мероприятий. Так как, вот пример, я сейчас кратко приведу. Вот ровно год назад попытка убийства трех чиновников администрации города Прага. Вот там действительно была задействована целая машина
целая российская государственная машина убийств, и внутренние в Чехии российские пропагандистские СМИ, и «Пятая колонна», и информационно-психологические операции по их очернению, и разведывательное обеспечение СВР, и под прикрытием сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и так далее. То есть там вот и мне, кстати, все это в книге описывают. То есть вот там показывается, что для убийства трех пражских чиновников было задействовано целое, скажем так, внешнеполитическая система России, информационная, агентурная, разведывательная, разведывательно-подрывная и так далее. Вот. И об этом идет речь в четвертой главе, значит, книги. Пятая глава полностью посвящена, это очень важнейший феномен, Следственный комитет России как источник фабрикации уголовных и оперативных дел, обеспечение убийств и похищений за рубежом. Это тоже, кстати, очень важно, потому что фактически получается, что Следственный комитет России, вот три службы вот, в России в разведывании существуют. Это Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, ФСБ и СВР. И фактически четвертая служба внешней разведки России – это Следственный комитет, который его задача, значит, занимается в, ну, то есть в осуществлении правовых, значит, в осуществлении правового прикрытия убийств, похищений людей за рубежом, с одной стороны, и с другой – это легализация полученной разведывательной информации с территории иностранных государств. И тут важный, кстати, пример, как Следственный комитет, как Главное управление, Главное следственное управление Следственного комитета, там существует еще такое вот управление, так называемое, по расследованию военных преступлений, которое было в мае месяце 2014 года создано по инициативе Путина, и вот оно обеспечивало правовое прикрытие разведывательному обеспечению управления ФСБ по Воронежской области на территории Украины. Вот там под прикрытием оперативно-розыскное мероприятие, оперативно-розыскное мероприятие наведения справок, отдел с первой службы контрразведки занимался разведкой на территории Украины. И это все в документах засвидетельствовано, эти документы о том, что даже вот региональное управление ФСБ вот на территории Воронежской области занималось вот этой, значит, разведывательной деятельности. Вот. И, значит, шестая глава, я сразу, значит, просто перейду быстро. Очень она посвящена быстрее. Именно, да, четвертой мировой гибридной войны Владимира Путина против западной цивилизации. Там идет ее характеристика и доктрина ядерного шантажа. Вот. И его, значит, изложена идейно-политическая концепция четвертой мировой гибридной войны Путина. Так как любая война, значит, начинается именно сформирование идейно-политической концепции и вопросы планирования ответственности. Значит, в седьмой главе выводы содержатся, и в восьмой главе, что важно, там там фактически чуть больше 100 страниц, это рекомендации, значит, как Путина можно осудить, вот я работал над вот этой базой, как Путина можно осудить обычным внутригосударственным судом, то есть вынести в отношении него заочный приговор. И там еще предлагается мною такой правовой институт, как осуществление внешнеполитической экспертизы, расследование убийств и похищений людей за рубежом. Это тоже очень важно, потому что не все следователи, судьи и сотрудники разведывательных правоохранительных органов знают российскую систему. Чтобы они поручали, чтобы эта экспертиза была комплексной, они поручали группе экспертов, которые великолепно владеют российским законодательством, могут, кстати, брать эту книгу. Это специально, кстати, моя книга, она по большей части написана именно для сотрудников разведывательных органов, спецслужб, правоохранительных органов и с прокуроров и судей иностранных государств, чтобы они ее убрали, и как раз таки там было видно, открывает, ага, значит, статья 1 закона ФСБ, кто руководит Федеральной службой безопасности? Путин. Конституция России, кто вооруженными силами руководит? Путин. Закон о внешней разведке, кто внешней разведке руководит? Путин. И так далее. То есть все там четко, конкретно разложено, причем даже на те нормативные проекты, которые вообще не знакомы даже и юристам, я уже не говорю там о широком круге читателей. Вот. И там еще идет о способах противодействия злоупотреблениям России универсальной юрисдикции, защиты национального суверенитета. Потому что убийство и похищение людей, они еще связаны с разведывательным проникновением внутрь самого государства. О том, как нужно бороться с российской агентурой, как защитить суверенитет. Там даются, вот, последний раздел уже, значит, перехожу, там дается, значит, целый комплекс рекомендаций по снижению подрывной активности Российской Федерации в иностранных государствах. Именно вот как раз-таки в национальной безопасности.
и так далее. Да, ну, значит, потом заключение, это библиографический список, нормативный правовой акт и 12 приложений. Вот. Юра, я дала тебе, как говорится, волю, потому что рассказать про книгу было нужно. Вот давай теперь очень коротко стараться отвечать на вопросы, времени мало. Вот скажи, да, ты когда работал над этой книгой, над этой информацией, у тебя было впечатление, что Путину, в общем-то, нравится имидж убийцы? Да, я абсолютно согласен, и более того, хотя путинские лизоблюды, они используют тот фактор, что Байден назвал Путина убийцей, лишь для того, чтобы накалить внутри атмосферу, но реально ему, конечно, нравится, и это даже вытекает из высказываний Путина, когда Путин сам сказал, что сотрудники контрразведки действительно имели место быть, присутствовали рядом с Навальным, он даже это подтвердил косвенно, и потом он опять-таки намекнул, ну, типа, если мы хотели бы убить, то убили. И это вот этот намек, вот как раз-таки, он показывает, что Путин, он, скажем так, играет в эти игры с убийством, как с огнем. И он испытывает даже некий азарт от вот этих всех преступлений. Так, Юр, получается, ты ему вроде как рекламу сделал, и твоя книга у Путина настольной будет книгой? Я еще раз повторяю, эту книгу писал в первую очередь, конечно же, для широкого читателя, чтобы любой человек, который интересуется вопросами убийства, похищений, разведывательной активностью России в иностранных государствах, доктрины Четвертой мировой гибридной войны, мог ознакомиться и понять глубоко. То есть эта книга действительно на глубине. И второе, эта книга для, еще раз повторюсь, судей, следователей и сотрудников правоохранительных органов иностранных государств, чтобы за любое преступление против человечности, я, кстати, эти преступления, убийства, похищения людей, они подпадают под римский статут Международного уголовного суда, по ним фактически срока давности нет. Я это тоже обосновываю в своих работах. Там. Читатель потом ознакомится, чтобы в отношении Путина выносили заочные обвинительные приговоры в иностранных государствах. Это очень важно, потому что впоследствии эти приговоры сформируют общую доказательственную базу для грядущего международного уголовного суда в Гааге над Путиным и его этой всей чекистско-фашистской преступной УПГ. Это очень важно, еще раз повторяю, сейчас начать работать над формированием подобного рода базы. Поэтому еще раз повторяю, что моя задача написана чисто для правосудия, потому что пройдет время, все равно Путина осудят, в любом случае. Вот. И готовить уже для этого соответствующие правовые, фактическое и научное обоснование надо уже именно сейчас. Юра, а вообще книгоиздание – дело не дешевое, да? А ты, насколько я знаю, человек безденежный совершенно. Абсолютно. А как же тебе удалось денег собрать на издание книги? Значит, сразу я хочу сказать, чтобы издать книгу в Украине и статануть на книжном рынке, нужно как минимум 4000 долларов. Да, то есть это деньги. Издательства соглашаются печатать тогда, когда у автора имеется бюджет от 3200 до 3500 долларов. Угу. Ну и, соответственно, необходимо от 800 до 500 долларов на продвижение, рекламу, пресс-конференцию и так далее, чтобы можно было книгу продвинуть. Я постараюсь вложиться примерно в 1500 долларов. Да, то есть это за счет технологических и организационных возможностей. То есть у меня такие есть возможности информационные, технологические, организационные. Но за счет этого я, значит, как минимум в 3 раза снижаю. Потом я искренне благодарен и тем зрителям, слушателям, которые помогали, сбрасывали, ну, то есть делились своими финансами на моем YouTube-канале. Искренне им поклон и уважение. Я их людей уважаю, потому что вот действительно они вложили эти средства в дело. Ну, и также своим, значит, сторонникам, которые проживают и в России, и в Украине, и в Израиле, и даже на территории Республики Беларусь. Ну что ж, то есть, благодаря им эта книга, она действительно выйдет в свет. Но на следующий день, значит, она планируется выйти где-то примерно в 10-х числах апреля. Уже появится именно на полках книжных магазинов города Киева. А когда, значит, оно будет издано и в каком издании, ну вот буквально вот
в течение там нескольких дней, сейчас решается этот вопрос. Вот, я думаю, может быть, значит, в онлайн она что же будет, да? Что? Смотрите, мы сначала ее издадим в бумажном варианте. Угу. Это нужно для проведения, ну я уже так намекнул, наших активных мероприятий. Потому что те лица, с которыми мы будем проводить активные мероприятия по продвижению этой книги, там в онлайне не презентуешь. Поэтому я сразу всех зрителей и слушателей предупреждаю. Я, кстати, если есть возможность, вы еще там определенных средств подкиньте. Потому что ну, тут необходимо это чисто на бумагу. То есть, что в книге самое дорогое, это вот эта вот типографская бумага. Вот. Потом, естественно, книга будет в электронной версии и в аудиоверсии. Угу. Понятно. Ну, давай к другим темам перейдем. У нас их очень даже много. Юр, а вот одна из обсуждаемых тем – это арест миллионера Шпигеля. Что тебе известно по этому вопросу? Все-таки не чужой же он тебе человек. Нет, для меня он абсолютно идеологически враждебный. Чувств. Это крым-нашист. Это человек, который способствовал оккупации Автономной Республики Крым и поддержке этого преступного, нелегитимного оккупационного режима, который там сложился после оккупации. Ну, а ситуация на самом деле это просто ирония. Вот, представляете, такой вот упертый путинист, крым-нашист, обожатель всех вот этих кремлевских банкетов, лизоблюд, работал на Путина, на спецслужбы, помогал укреплять путинский рейх. И когда сейчас вот в самом состоянии начала транзита у российских силовиков заканчивается, с одной стороны, кормовая база, а с другой их слишком много. То есть смотрите, у ФСБ интересная ситуация. Аппетиты у генералов растут, а кормовая база заканчивается. И его просто бросили, как кусок дерьма на растерзание. Вот и все. Да уж вроде насквозь же свой. А там и в этой системе, чтобы вы прекрасно понимали, своих не бывает. Вот и почему, кстати, все убийства, я вам даже объясню ситуацию с точки зрения логики, как это доказуемо, что именно Путин все убийства и похищения людей за рубежом санкционирует. Потому что даже если это где-то на уровне какого-то отдела будет санкционировано, то тогда в следующем отделе быстренько узнают и сразу зададут вопросы. А зачем, откуда и почему? А так, когда это идет с самого верха, то все в этой системе прикрывают себе задницу. Также и здесь, еще раз повторяю, что там система такова, что своих не бывает. Когда надо, любого олигарха. Вот это, кстати, очень важный признак, что если... министр этот самый экономики, сейчас забыл его фамилию, который в тюрьме сидит, он там, короче, ну, перешел интерес Улюкаева, да, спасибо за внимание, Улюкаева, да, он перешел интерес Сечина, я полностью согласен, так оно имеет место быть, его поэтому посадили. А здесь же Шпигель не переходил никакие интересы, там как раз и губернатор Пензы здесь, ну, то есть на этой ситуации завязан. Это чисто экономический вопрос, который, еще раз повторю, связан с тем, что кормовая база заканчивается и нужна просто жертва для силовиков для того, чтобы его порвать. И, кстати, я хочу обратить вот внимание зрителей и слушателей, что почему сейчас в России происходит беспредел? Ну, задержание депутатов, понятно, мы видели это. Это не задержание, это с позиции международного права и де-факто это просто интернирование, когда людей просто по беспределу берут и закрывают, лишают свободы на неопределенное время. Это, как правило, происходит в рамках международных вооруженных конфликтов. Вот. Здесь просто, еще раз повторяю, наступил беспредел, и одним из соорганизаторов этого беспредела является Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности. Я объясню. Смотрите, последние полгода Николай Патрушев, который лицо абсолютно не публичное, и он сам не любит выступления, то есть человек вообще не медийный абсолютно. И вот в России большинство не знает, и я уже не говорю там о других странах. Но фактически у него полномочия вице-президента Российской Федерации, Николая Патрушева. И он в последнее время проявляет слишком высокую медийную активность. Он постоянно угрожает Западу, что Запад пытается подорвать духовные скрепы, что Запад хочет уничтожить Россию и так далее. То есть это о чем говорит?
о том, что действительно сейчас просто власть силовиков, она по большей части концентрируется именно вот фактическая концентрация происходит в руках Патрушева-Бортникова. Вот этой, так сказать, группировки. Потому что у самой ФСБ в силу закона огромные полномочия по контролю, опосредованно ФСБ может и СВР контролировать, и Главное управление Генерального штаба вооруженных сил этой самой России, и вооруженные силы и так далее. Фактически все структуры может контролировать. Ну так, в России просто устроена правовая система. Даже в силу правового регулирования ФСБ любую структуру может контролировать. И суды, и следственные комитеты, и так далее. Вот. И поскольку Патрушев сам выходец из ФСБ, он руководил ФСБ, вот, то сейчас значит, по большей части эта группировка берет на себя все полномочия, ну, основные имеется в виду, хотя, скажем так, формальные полномочия, конечно, за Путиным. Вот. Но фактически, опять-таки, исходя из той медийности Патрушева и теми событиями, которые происходят, то сейчас просто вот эта группа отмороженных генералов ФСБ, как их называют, вот, бешеные и так далее, она просто берет власть, и сейчас вот после ареста Улюкаева начинается вообще другая экономическая реальность. Ой, извините, не Улюкаева, а Шпигеля. Начинается вообще другая экономическая и правовая реальность. Что касается Шпигеля, ну, мой прогноз таков, как минимум, половину его активов точно сейчас отберут силовики. Это 100%. Может даже больше. Но я приблизительно, еще раз повторю, это прогноз абсолютно приблизительный. Я не претендую ни в коем случае в этом прогнозе как, то есть на какую-то истину. И как минимум он будет сидеть вот, до тех пор, пока у него все не отберут. Вот. И просто интересно, выйдет он или нет, но скорее всего он считает, что нет. А может быть и нет, потому что я говорю, вот та, еще раз повторяю, группа влияния силовиков из ФСБ, особенно там, сейчас же, то, что, смотрите, сейчас назначили Сергея Королева заместителем директора ФСБ, а это человек такой достаточно отмороженный, вот, так что я думаю, возможно, он и не выйдет. То есть мы даже здесь, я вот скажу честно, я даже затрудняюсь спрогнозировать, вот, выйдет он или нет. Но, по крайней мере, половина из того, что есть у Шпигеля, точно отожмут себе силовики. Они сначала, понятно, арестуют, конфискуют через суды, а потом у них есть соответствующие схемы, и они по схемам себе просто это все прихватизируют. Ну, ему еще около года назад прямым текстом предлагали отдать бизнес, тогда бы ничего не случилось. Но он, видимо, себе сильным чересчур чувствовал. Короче, ты ему не сильно соболезнуешь? Ну, слушайте, я считаю, что здесь такой случай, на самом-то деле, когда справедливость восторжествовала. Хоть это звучит и цинично, и я на самом деле, как юрист, должен бы, скажем так, быть бы объективным, сказать, ну вот действительно, ну это же беспредел, ну как, ну вот другие олигархи, там Виксельберг, Потанин, Дерибаски, ну они же больше и распиливают, и схемы, и комиссии, там все что угодно у них есть. А я говорю, нет, вот это как раз-таки тот случай, когда справедливость восторжествовала, когда Крым-нашист, лизоблюд, который ходил в Кремль, лизал там задницы силовикам, пытался быть близким к Путину, получил и поддерживал еще, что важно, оккупационные режимы в Крыму и на Донбассе, своей экономической деятельностью получил по заслугам. Ну вот тут Хиг-Бозон пишет, что про Патрушева. Патрушев серый кардинал, новое ГКЧП, а Ярик Волков добавляет, что Патрушев в 99-м устроил взрывы домов. И Олег Мордовский, и Патрушев, и Бортников цветами же торгуют, не цветами же торгуют, а смертями. Ну, абсолютно правильно, они торгуют террором, смертями и страхом. И Бортников то же самое предупредил, что дал понять вот в одном из своих интервью, хотя Бортников тоже человек достаточно закрыт, но он дал понять, что типа будете выходить на протестные акции, будут теракты. Вот понятно, что эти лица, они полностью, они по самую голову в крови. Они пришли на смертях людей, на взрывах жилых домов в конце 90-х, на начало 2000-х. Они для того, чтобы прищепать, вот эта чекистская фашистская хунта, ГБшная, она пришла к власти на крови, на абсолютной крови, на терроре и на страхе. И я не знаю еще, какую цену Россия заплатит,
за то, чтобы эта чекистско-фашистская ОПГ ушла с политической сцены. Я думаю, скорее всего, это мой прогноз, я от своих слов тут не отказываюсь, я не могу прогнозировать сейчас судьбу того же самого Шпигеля, выживет он или нет в российской тюрьме. Но я могу одно точно спрогнозировать, что Россия заплатит за банкет чекистско-фашистской ОПГ Путина распадом, разрушением, деградацией и внутренними войнами. Вот это, эта группировка России обеспечит хаосом. Будет как по ГОПСу. Война всех против всех. Да. Кто забыл лайк поставить, неплохо бы, как говорится, поставить. А кто способен поддержать немножко в суперчате, это было бы здорово. Вот Тимон говорит, не забывайте ставить лайк. Спасибо, Тимон, за заботу. Слушай, Евгений Пригожин, путинский повар, вообще замечательная такая личность, детский писатель он. Ну, с биографией, да. И вот он создал НКО, фонд борьбы с репрессиями на Западе. Юр, это могло бы быть шуткой, но это же серьезно. Конечно, серьезно. И этот фонд создает Пригожин для того, чтобы помогать российским убийцам, террористам, сотрудникам разведывательных российских служб, которых взяли с поличным, их отмазать от тюрьмы. И для нас, например, это очень важный индикатор, в том контексте, в котором я написал сейчас книгу, и свидетельствует о том, что рост убийств людей за рубежом будет расти. То есть количество убийств людей за рубежом будет расти. Как это будет работать структура? Это создается вот такая некая финансовая прокладка между российской властью и адвокатскими сообществами по специальным проучениям. Вот есть, например, в России такое адвокатское образование, называется Егоров, Пугинские партнеры. Адвокаты этого образования в 2004 году в Катаре защищали интересы в суде двух российских военнослужащих на тот период времени главного разведывательного управления, которые взорвали, убили с помощью террористического акта одного из лидеров чеченского сопротивления. Вот. И, кстати, я, пользуясь случаем, хочу напомнить, что вице-премьер по временно оккупированным, по вопросам временно оккупированных территориях Алексей Резников до назначения на свою должность был сотрудником филиала юридической, точнее, адвокатской фирмы Егоров-Пугинские партнеры в Киеве. Вот. То есть это, еще раз повторю, это контора, которая занимается отмазыванием российских убийц и террористов по заданию, ну, раньше это было Министерство юстиции, им давало поручение, а теперь, значит, вот Путин изменил правовое регулирование Генеральную прокуратуру. То есть Генеральная прокуратура будет им, их направлять, а фонд Пригожина финансировать деятельность адвокатов. Так что Европа, я считаю, Соединенные Штаты Америки должны быть готовы, это очень важный разведпризнак, к новой волне убийств и насилия людей. Да, а Консуэлу я искренне благодарю за поддержку в суперчате. А вот Мила Мэй спрашивает, как Юрий относится к генералу СВР, телеграм-каналу? Я считаю, что те люди, которые ведут канал генерала СВР, они выкладывают правильную информацию. Она, конечно же, не такая подробная, например, как в моих книгах, но я по своим источникам эту информацию проверял и могу сказать, что она является верной. То есть у меня, по крайней мере, к ним не было каких-то претензий, чтобы они сказали что-то не то. Они действительно говорят верно. Ну, вот в тех объемах для понимания вот обычных граждан, я считаю, они излагают нормально. А специалисты именно вот по стилю изложения, по названиям, как они оперируют, они поймут, вот, что эта информация действительно является верной. Ну вот, как сказать, значит, ясности, кто такой генерал СВР, нет, и эта ясность нужна или не нужна? Ну, я считаю, пока она не нужна, это, ну, если сам генерал считает, что эта ясность не нужна, значит, ему лично виднее в этом. Вот. Но тут посмотрите, нужно вообще исходить из того, что наш юридический мир
он тесен. И те лица, с которыми я в свое время учился в Академии погранвойск, они уже успели отслужиться, причем они дослужились до звания полковников. В той же самой первой службе ФСБ, это департамент контрразведывательного обеспечения в классической контрразведке, и в ЗКС, в службе защиты конституционного строя. Некоторых направили в региональные подразделения ФСБ. Потом они ушли в отставку, работают военными адвокатами в Москве, защищают. То есть мне какую-то информацию, например, то, что там происходит внутри, но я просто взял трубочку, позвонил кому надо, проверил, и мне все, так сказать, доложат. Вот. То есть у меня есть возможность, еще раз повторяю, что у меня есть возможность перепроверить достаточно большое количество информации, которая там происходит. Но я могу, кстати, зрителям и слушателям сообщить, что в своей работе я ссылался на информацию, которую обнародовал генерал СВР, как на первый источник, поскольку они уже обнародовали, то есть они эту информацию легализовали. Вот. И я тоже выражаю свою личную благодарность телеграм-каналу генерала СВР за предоставление своевременной и объективной разведывательной информации. Ну, зрители часто пишут, что ты даешь добротную информацию, которой можно верить, да? Ну вот, Юр, вот смотри, Евросоюз назвал указ Путина о национализации земель иностранцев в Крыму очередной попыткой принудительной интеграции полуострова. А как относятся к этому на Украине, то, что в Украине, то, что сейчас делается? Ну, к сожалению, позиции как таковой в Украине не последовало. Украина, к величайшему сожалению, даже не направила по этому вопросу ноту протеста в МИД России, хотя сразу надо было это делать, причем в тот же самый день. Это нарушение Женевской конвенции 1949 года о защите населения во время войны, потому что Российская Федерация, она четырьмя резолюциями, я напомню зрителям и слушателям, Организации Объединенных Наций, вызвана как оккупирующая держава, государство-оккупант, и должна, соответственно, придерживаться Женевской конвенции как оккупирующая держава. Это на самом деле, знаете, сталинская политика лайт. То есть выдавить крымско-татарское население, если, например, вот сейчас Путин не может, у него нет ни технических каких-то, ни правовых возможностей, вот чтобы брутально взять всех крымских татар и вагонами их вывести в Сибирь, то есть туда, в Заурале, в Сибирь. Но не может он сейчас. Не то, сейчас время более вегетарианское, скажем так. Просто эпоха изменила, другая эпоха. Он не может это сделать. Но он это делает другими методами. То есть отбирает землю у граждан Украины. Там же еще значительное, во дворе на оккупированном Крыму еще значительное количество живет граждан Украины, которые просто взяли вид на жительство и по идеологическим соображениям не хотят становиться гражданами России. Они просто там на правах иностранцев. Это сделается специально, еще раз, для того, чтобы удалить из Крыма, гибридными вот такими способами, удалить из Крыма все украинское, крымско-татарское и прочих всех коренных народов. Очень маленькое количество там караимов, крымчаков, греков и так далее, всех удалить и заменить их населением другим, которое туда сводится с российских регионов. Обратите внимание, что Крым сейчас это самая крупнейшая в Европе военная база, что население Крыма значительно, мы не можем сейчас даже точно оценить таких, но по различным данным, по различной предварительной информации, которой я обладаю, население Крыма из-за того, что туда Россия стала завозить своих оккупационных военных, ФСБшников, судей, всяких силовиков, уже на 350 тысяч увеличилось. Вот чисто за счет силовиков, за счет присутствия там силового контингента. Я думаю, что возможно даже и на 500 000. Вот. И это, еще раз повторяю, это делается специально, это называется попытка аннексии, вот, для того, чтобы сказать, что, ну, скажем так, замазолить преступление, потому что вообще оккупация и аннексия Крыма – это международное, особо тяжкое преступление по международному праву. И задача Путина какова? Принять неимоверные усилия, чтобы это преступление было легализовано, или хотя бы просто это попытки легализации оккупации Крыма, то, что сейчас происходит. Но ему это не удастся сделать. Поверьте мне, история все рассудит. В странах Балтии, кстати, в странах Балтии была
аналогичная ситуация еще оказалась бы в конце 80-х, но никто не мог предположить, что вот Советский Союз распадется, и страны Балтии вновь будут независимые. И Соединенные Штаты Америки не, и весь цивилизованный Запад, не, цивилизованный мир не признавали Литву, Латвию, Эстонию как частью Советского Союза. И эти страны были аннексированы. Но, тем не менее, Советский Союз распался, и эти страны получили независимость. Также и Российская Федерация, поверьте мне, она потерпит экзистенциональное поражение в Четвертой мировой гибридной войне, распадется, а я для этого уже подготовил, вот в том числе и своим трудом, соответствующую почву. То есть я здесь в данном случае работаю как катализатор, ускоритель. Конечно, я не могу сделать так, чтобы Мордор был уничтожен. Никто из нас это не может сделать. Но мы можем ускорить процессы. Сами исторические процессы мы можем повлиять лишь. Вот наша миссия и твоего канала, и моя, и других различных людей, кто нам помогает и с нами сотрудничает. Да? То есть мы просто можем повлиять на ход исторических процессов, чтобы его ускорить. Вот, собственно говоря, таким ускорением я и занимаюсь. Вот смотри, Зеленский утвердил стратегию реинтеграции и деоккупации Крыма. В чем она заключается и как можно сделать, ведь Путин говорит, что Крым с нами навсегда? Ну, вот то, что Путин говорит, это позиция оккупирующей державы. А что касается самой стратегии, пока она носит лишь декларативный характер, общие принципы, которые в ней закреплены, то, что Крым – это Украина, и Украина должна задействовать все международные, военные, дипломатические, информационные, политические и прочие пути для того, чтобы освободить Крым. Это тоже абсолютно верно, все правильно. Нужно дождаться еще соответствующего постановления правительства Украины, которым будет уже более детально расписано, какие меры руководство Украины будет принимать. Но у меня, например, на сей счет нет оснований пока верить в эффективность этой стратегии по следующим причинам. Во-первых, нельзя ни в коем случае отделять Крым от Донбасса. Почему? Потому что так просто нужно оккупанту. Вот то, что Крым Путин оккупировал, и Россия в одностороннем порядке признала, что она там есть, а на Донбассе Россия не признает себя, что она там есть, но фактически присутствует, это проблема оккупантов. Просто так нужно Путину, чтобы использовать фактор Донбасса для дальнейшего разрушения Украины, уничтожения как государства и субъект международного права, просто как военного рычага. Поэтому здесь в этом смысле, конечно же, сама по себе стратегия однобокая. Вот. Потом следующий фактор, немаловажный. Когда мы увидим реальную стратегию, вот смотрите, ну просто включим логику элементарно. Российская Федерация по своему потенциалу информационному, финансовому, экономическому и так далее, безусловно, значительно превосходит Украину, в том числе и военного и так далее. Ну, нет никакого сомнения. Поэтому не может более слабый противник, который даже у себя внутреннюю агентуру, вражескую российскую, не может побороть, деоккупировать те территории, где присутствует Россия. Потом, что важно, зрители и слушатели, обращайте внимание, практика не знает случаев ухода русского кирзача с временно оккупированных территорий, ну вот, по крайней мере, с начала новой России. То есть там, где зашел русский кирзач, в Приднестровье, в Абхазию, Южную Осетию и в Украину, Россия с тех территорий не уходила. Единственное, я могу сказать, откуда ушла Россия, это из тех территорий Донбасса, которые из тех районов Донецкой и Луганской областей, где Украина, граждане Украины, военнослужащие и так далее, выстрелами, пинками, можно сказать, артиллерийским огнем выгнали российских оккупантов. Вот там, где Украине удалось, значит, военной силой освободить эти территории, вот оттуда русский кирзач ушел. Вот это единственный прецедент. Вот давайте, да, вот отсюда возьмем, вот так точку прецедент. Вот это единственный прецедент, когда Украина военной силой освободила часть своих территорий. Вот это орло скукожилось до маленькой Лугандонии и Домбабве. Вот, поэтому я просто уже завершаю. Стратегию деоккупации могут разработать только три государства. Украина должна по Будапештскому меморандуму обратиться к Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Это государства, которые обладают потенциалом совокупным
где путем задействования невоенных средств могут реально деоккупировать и Крым, и Донбасс одновременно. И вот группа консультантов уже в рамках Будапештской платформы, ну, назовем ее так, в Будапештском формате, США, Украина, Великобритания, должны, условно говоря, раз в два или в три месяца собираться и обсуждать на экспертном уровне вопрос, какие меры правового регулирования должна принять Украина, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, какие средства задействовать, военные, невоенные, информационно-дипломатические, для того, чтобы эти территории были деоккупированы. Потом средства задействовали, прошло, например, полгода-год, ага, значит, деоккупации, значит, не произошло, разобрались. Ну, значит, может быть, у нас санкции слабые, может быть, мы где-то в информационном плане недоработали, может быть, где-то мы какие-то, в плане там народной дипломатии или еще какое-то продвижение нас, значит, давайте увеличивать, давайте, значит, где-то что-то поменяем. Вот, то, вот в таком ключе деоккупация может произойти, и это еще раз повторяю, эффективно. А все, что сейчас происходит, ну, это... Знаете, я скажу, на самом деле, по большей части распил западных грантов, потому что часть каких-то программ украинского правительства, она финансируется за счет западных доноров. И в итоге, вот поверьте мне, граждане Украины, потому что ну, люди всех этих подробностей не знают, но примерно через от полгода в год они разочаруются, они поймут, что это просто, как здесь принято говорить, порожняк, ни о чем. И таким образом, вот подобного рода платформа, какой их огромный минус, потому что множество было здесь всяких инициатив, здесь была платформа примирения, вот коллаборант Сивоха придумал, и всякие так далее. Почему они терпят, они, во-первых, все терпят фиаско, а у людей пропадает вообще вера к власти. То есть власть вот своими такими глупыми, непродуманными действиями отбивает веру в себе. И таким образом... дискредитируются и вопросы значит, европейской интеграции, и деоккупации Крыма. А это все на руку нашему стратегическому врагу Российской Федерации. И Россия, и потом российские правительства будут говорить, смотрите, они какую-то платформу придумали, посидели там, да, они неэффективные, и в Европу они не идут, и они в Европе их никто не ждет, и так далее. То есть здесь уже начинает, и здесь уже потом... В конечном итоге Россия это будет использовать все вот эти недостатки, недоработки Украины именно как раз-таки на подрыв Украины. Да, вот смотри, в чате тут пишет Роман Русанов, да, что Турция, она претендует на Крым, и он у США, значит, Эрдоган может выторговать этот Крым, и спрашивает, вот крымские татары, в принципе, за кого? За Россию, за Украину или за Турцию? Крымские татары исключительно за Украину, потому так. Что Украина позволит крымским татарам в рамках крымско-татарской автономии сохраниться как этносу. Почему? Потому что, смотрите, у крымских татар и у турков, в принципе, похожий язык, одна вера и так далее. Если Крым, ну вот я примерно так вот. Почему, кстати, крымские татары против того, чтобы Крым был турецкий? Потому что таким образом они растворятся в турецкой идентичности, они просто утратят свою национальную идентичность. Тогда не будет никаких крымских татар. Вот то есть тогда просто будут турки. А для крымских татар, именно как для народа, важно соблюдать и поддерживать свою национальную идентичность. И сохранить они свою национальную идентичность могут только в сильной, свободной, демократической, независимой Украине. Тогда, когда Крымский полуостров будет освобожден и получит статус крымско-татарской автономии в составе Украины. Вот Любовь Питер пишет, у крымских татар есть же старый Крым, они там живут, то есть, ну вот раньше-то точно жили, она пишет. Они, точнее, крымские татары живут фактически по всему Крыму. Смотрите, Бахчи Сарай, крымско-татарское название, Джанкой, северная часть Крыма, в степях, и там тоже крымские татары. Это еще раз повторю, это их историческая родина. Это коренной народ, который должен там жить, и все. И в том числе, кстати, за геноцид, за гибридный геноцид крымско-татарского народа надо также ставить вопрос о привлечении Путина к международной уголовной ответственности. А вот как, на твой взгляд, Путин будет расширять зону российской оккупации на Донбассе? Или это хорошо? Смотрите, самое главное наше опасение по поводу расширения зоны российской оккупации как со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так и временно оккупированного Крыма были до
17 сентября прошлого года. Вот Путин тогда, в том числе и по моей информации, я об этом на различных YouTube-каналах уже не только у тебя, везде, где только можно, говорил, что он, беря пример со Сталина, значит, 24-го провел свою победобесие июня, потом отравил Навального 20 августа, это в день, когда, значит, агент НКВД Меркадер убил Льва Троцкого в Мексике, зарубил ледорубом. И 17 сентября, когда Советский Союз напал на Польшу, Путин планировал напасть на Украину. Действительно, существовали планы, и они есть, эти планы. Они существуют, планы расширения зоны оккупации, нападения. Суть их заключается в том, чтобы расширить зону оккупации не со стороны Крым, значит, временно оккупированного Крыма, захватить крымский этот самый перешейчик небольшой, там чуть больше 40 километров, до Каховского водохранилища, чтобы обеспечить, чтобы украсть воду у Украины во временно оккупированный Крым. И расширить со стороны Орду для того, чтобы Украину вывести на еще один позорный Минск-3, потому что раз мы не можем инкорпорировать вот эти все капитуляционные договорники формул Штайнмайера, то, что оговорено в нормандских протоколах, особый статус занесения в Конституцию и так далее, ну вот они планируют таким образом вот опять-таки создать новый военный конфликт и на своих же условиях его, имеется в виду, на условиях Кремля его деактивизировать. У них не получилось, эти планы отложены. И я думаю, что в ближайшее время никакой, я так мой прогноз, что до конца дней Путина во власти, я уж так скажу, глобальный стратегический прогноз, зона оккупации не будет увеличена. Но это не означает, послушайте, но это не означает, что нужно прям расслабляться. Ни в коем случае, надо вооруженные силы укреплять. Почему? Потому что в любом случае будут провокации. Оккупанты будут увеличивать количество обстрелов, безусловно. Будет эскалация конфликта со стороны России, и России важно. Я вот, кстати, еще важный сейчас признак вам скажу, почему сейчас активизируются обстрелы. Первое, это то, что мы говорили, за Медведчука, раз, это некая месть, это ответка за канал, за закрытие, значит, канала Медведчука и наезд на главного российского агента здесь, который... это главный агент Путина. Вот выше Медведчука нет в Украине иных агентов. Потом, значит, требование, чтобы Украина предоставила оккупационным администрациям вот этот, значит, особый статус с занесением в Конституцию, формулу Штайнмайер и так далее. Все вот эти оккупационные договорники, которые позволят России уничтожить Украину как государство и субъект международного права. Вот. И следующий признак – это то, что сейчас происходит на временно оккупированной территории их ротация. Там много российских оккупационных военных, в том числе и солдаты-срочники там уже служат, и курсанты с военных, там, в том числе и артиллерийских училищ. И они просто пристреливаются, стреляют по живым мишеням, то есть по украинским военнослужащим. Вот такая в российской оккупационной армии стратегия, что помазать срочников и курсантов кровью, чтобы срочники и курсанты убивали, значит, украинских кадровых военнослужащих и были повязаны вот общими преступлениями вместе с Путиным. Вот такая у России стратегия. И сейчас просто весной они проходят там ротации и вот как раз-таки обучение по чисто живым целям. У вас вот сейчас в Украине идут протестные акции в защиту осужденных Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Ты как-то достаточно давно высказывал уверенность, что их освободят. Вот пока не освободили. Тут сейчас вопрос освобождения Сергея Стерненко и Андрея Антоненко зависит от самого украинского общества. Я призывал и считаю, что важная стратегия их освобождения может быть объединение всего украинского общества на необходимости судебной реформы. То есть освобождение лиц, которых преследуют по политическим мотивам, в том числе по делу Сергея Стерненко, там понятно классический, во-первых, российский след, раз. И потом даже по российским меркам, где фабрикация уголовных и дело об административных нарушениях, это норма, дело Сергея Стерненко, но чрезмерно сфабриковано. Даже для России это дело чрезмерно сфабриковано. Поэтому единственное, что здесь может быть, чтобы нужна правильная стратегия для украинского протеста. Ее пока нет. А стратегия может быть одна – это установление
палаток возле офиса президента и объявление бессрочного протеста. Только бессрочный протест, широкое освещение в интернете, в тех средств массовой информации, которые в Украине считаются, ну, они не оппозиционные, тут трудно назвать их оппозиционными, но, скажем так, антивласти, вот те, которые антипрезидентские, те, которые критикуют власть. Вот, и как раз-таки сделать так, чтобы вывести, скажем так, этот протест на новый трек. То есть без вот этих всех помазаний, там, табличек, разрисований офиса и так далее. Но это просто на самом деле одноразовый акт, чтобы протест будет более конструктивный тогда, когда там будут установлены палатки, и украинское общество будет требовать. Туда будут приглашать западных послов, значит, зарубежных государств и показывать, что вот вы... Мы по конституции интегрируемся, мы входим в цивилизованную европейскую семью, но у нас для этого ничего не делается, нет судебной реформы. И когда, и вот смотрите, тут важно, что может повлиять на освобождение Сергея Серненко? Это синергия, то есть давление общества украинского снизу и давление, ну, скажем так, априори сверху со стороны значит, различных зарубежных представительств и дипломатических миссий иностранных государств, которые присутствуют в Украине. Понятно, наш эфир подходит к концу. А что ты хотел бы еще сказать, важное для тебя, но не сказал? Ну, единственное, я хочу обратиться к тем зрителям и слушателям, кто связан в книжной индустрии, поскольку моя работа «Как Путин убивает за рубежом» скоро выйдет. Я нуждаюсь, конечно же, точнее, моя работа нуждается в дистрибьюции. Вот если у кого есть возможность, какие-то вот крупные книжные интернет-площадки, выходы туда на них, чтобы там, чтобы эта книга была представлена и продвинута. Обращайтесь ко мне, пишите в личку, в том числе и на моем YouTube-канале, и на моей почте. Ну, у меня можно найти там через Facebook и в Твиттере, присутствуют мои аккаунты. Пишите, вот я жду чисто вот предложений, еще повторяю, чисто деловые предложения по продвижению книги на украинском и европейском книжных рынках. Ну что, я думаю, Юрий массу сегодня очень интересной и глубокой информации дал. Юра, тебе спасибо громадное. До следующей. И тебе спасибо, да. А мне еще огромнейшее спасибо всем зрителям, слушателям, что они меня выслушали. Это тоже сейчас в наше время трудно, неспокойно, стоит дорогого. Да. А через полчаса я приглашаю вас на канал «Истории бабушки Светы» на свой ежевечерний стрим в формате «Поговорим». Приходите, там интересно. Юр, до свидания. До свидания, Свет, и всем пока.